новые вещи. К ним всегда относишься гораздо более трепетно. А тем более, если это новая машина. У этого Мерседеса нету... Я думал, могу превратить ее в хлеб. Чуть не ударил меня. Да пиздец, сейчас на первом повороте просто угандошу. Смотри, орка же такая же, видишь, выглядит так же, черная. Чуть не ударил его, смотри. Давай так, давай доедем до точки, не ударившись ни разу, стой. Давай. Давай на мэрию. Ну и кто быстрее, давай. Давайте, типа. Как давай мы? На мэрию, сейчас метку поставлю. Я поставил метку? Все. Да ты пиздец, блядь! Утрачено. Давай, давай, не считайся, давай. Не считайся. Да, блядь, да! Какого хуя? Что у меня человек выкрыть и просто остановился здесь? Давай, все, давай, обнуляемся. Если я в тебя врежусь, это не считай. Я понял. Не хочешь ко мне в багажник взять? Я не понимаю, где ты. А, вот. У меня машина плохо поворачивает просто. Да, а у тебя какая машина? Не, она хорошая, просто она немножко поцарапана. Так ты покупал ремонтный набор? Ну, они дорогие. Пока еще не нужно чинить. Я починил, вдруг сейчас полностью поломается. А где ты? Да я еду в город. Я не понимаю, просто я... Ты не можешь подождать немножко меня, блядь? Да потому что ты унылый, с тобой очень медленно все. Да, конечно, медленно, обычно. Ну ты догнал, и ты встал. И чё? Секунду такой скорости врезался в забор, что вылетел из лобового стекла. Когда сказал, что нормально, блять, просто врезаюсь в забор и лечу нахуй. Он, кажется, пора машину починить, блять, по-моему. Нам нужно подняться на мост. Можно это сделать вот здесь вот. Аккуратнее только. Не разгонись. Конечно, блядь. Конечно, блядь. Конечно. Конечно, блядь. Аккуратность, мое второе имя. Ребята, ребята, проблема есть. Человека-змея укусила прямо в член. Надо что-то делать. Добрый вечер. Надо что-то делать. Женщина, почему у вас борода? У меня борода? А, ты не женщина, прости, пожалуйста. Да. Надо яд отсосать как-то, ну, какие-то явные проблемы. Человек может умереть, погибает. Так, ну все, пойдемте, короче, тогда... Пойдем, я должен быть рядом. Я слишком рано снял штаны. Да, немножко рановато, да. Такой спокойный парень, да, рановато. Он погибает, посмотрите, что происходит. Отсасывайте, что вы смотрите? Ледокаина. Два кубика ледокаина, так. Сейчас тебя обезболят. Вел человеку. Что ты вел ему? В смысле, я... Ему хуже стало. Это обезболивающее. Сэр, успокойтесь. У вас аллергия? У него аллергия на обезболивающее, в смысле? Какая аллергия? Аллергия на обезболивающее. Другое. Яд! Так, ладно, все. Нечего ждать. Кровь! Ничего ждать, говорит. Так, сейчас, потерпите. Он из последних сил держится. Пригнулся. Вижу укус. Подожди, я подошел, блин. Тихо. Уйдите! Уйдите из операционной! Она ухла, оно большое. Уйди из операционной! Устиками испанскими не отчеканайте меня, пожалуйста! Янка, это тебе... Отсасывайте скорее! Еще чувствую, как уходит яд! Доктор, принесите спирт, спирт возьмите. О, все, хорошо. Есть сигарета. Вы от природы, доктор. Мне тоже пора, очень надо. Яд распространяется. Что? Сюда, иди. Кто свинья, ёбаная? Кого ты свинья? Ты кого свиньей назвал? Ты чё меня бьёшь, блядь? Я не свинья. Кто ударил? Покажи. Какой бейджик тебя ударил? Я продюсер. Какой продюсер? Нормально. Я продюсер, я поздоровался с тобой. Здорово, братан.
Я ищу молодых моделей для продюсирования. Слушай, свинка, а ты не хочешь прокатиться на лимузине? Ребят, я на уровне ваших членов, мне тяжело понять, кто говорит, поэтому говорите, пожалуйста, как-то, ну, точнее. Вы не могли бы нагнуться, а то я просто не вижу ваши лица. Да, вот это будет самое то. Слушай, а что если я, блядь, лягу? Знаешь, что мне интересно? О, бля, здорово, братан. Это что? На тусу в посольство? Ну, да ты кого уебал? Ты убил меня, блядь! Называй меня просто продюсер. Не тыкай в меня пальцем, мне... О-о-о-о! Это моя машинка приехала. Сажусь. На тусу? А куда? Я дверью уебали, блядь, больно. О, я сел, нормально, нормально. Свинья выгнала меня. По-свински поступила. Я не специально, я не контролирую свои действия. Так, вип-гость, пропустите вип-гостя. Добрейший вечерочек. Добрый вечер. Вип-гостя пропускаю. Вип-гость, будете себя так вести. 200 рублей. Да не он вип-гость. Да вы не пускаете вообще этого человека. Он много говорит и не по теме. Успокойтесь, гражданин. Всем тишина, поймали, сейчас все решим вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Станислав, я знаменитый продюсер. Станислав Вершитпайло. Вот, я хотел бы пройти на вашу вечеринку. Уважаемые граждане, чтобы было все нормально, давайте просто по очереди по одному говорить, чтобы не было флуда. Все спокойно, все пройдут. Кроме, наверное, вас. Вы не подходите к нам, к сожалению. Ты пальцем показываешь на меня? Я не могу понять. Меня не пустят? Сейчас нормально. Так, стоп. Я не пойму, что проблема. Да, я вам говорю. Я не так общаюсь как-то? Нет, дело не в том, вы не подходите к нам по внешнему виду. Я не подхожу по внешнему виду вам? Да. А что вас не устраивает на внешнем виде? У нас дресс-код. Нет, без... А что... Я хочу точно понимать, что вас не устраивает. Мне сказали, что меня встретят красиво. Это некрасиво. Гражданин, покиньте территорию. Мы считаем до трех, применяем силу. Ты пришел сюда поспорить или побыковать? Кто именно? Я не вижу, кто говорит. Ребята, вы на уровне моего члена, я просто не знаю. О! Меня связали, что ли? Я ничего не вижу, я нихуя не вижу, блядь. Уважаемый секьюрити, не подскажете, могу ли я теперь пройти в таком виде? Уважаемая свинья, покиньте, пожалуйста, территорию. Я не свинья, я готов заплатить деньги, чтобы пройти. Не надо жрать свинину при мне, у меня очень тонкая душевная организация. Какой шашлык? Нет никакого шашлыка. Все, я пошел. Мне аргументированно не ответили, почему меня не пропускают. По дресс-коду, да? Ну, допустим. Но я ведь без одежды. Именно. Но! Ведь я таким родился, но у меня нет одежды, понимаешь? Если бы была одежда, я бы оделся. Дайте одежду, я оденусь. Я готов одеть штаны, если они подойдут, конечно. Если твои штаны мне подойдут, то у меня плохие новости для тебя. Добрый вечер. А могу я обратиться к вам, великолепный и красивейший? Отлично. Давайте отойдем. 30 тысяч годится. Я готов заплатить 30 тысяч, чтобы пройти. Готов. Если вы ему даете 30 тысяч, он подтверждает, вы проходите. Годится. Пригнись, будь человеком, ёбана. Во. Слышь, мы с тобой потом поговорим. Вот с тобой. О, ёпта, я в машину залез, блядь, подожди сейчас, я случайно. Слышь, ты же понимаешь, о чем я тебе говорю? Да, да. С тобой ты попилю. Чуваки, я выйти не могу, серьезно. Вытащите меня, пожалуйста. Я даже дверь не могу открыть. А я как открыл, блядь, как я туда сел? Так это не его. Ёба. О, все, спасибо, благодарю. Аккуратнее. Не очень деликатно, конечно, да, но все же. Где вы там? Я сейчас вам наведусь на вас и дам вам денег. Все, свинку обменялся. Пропускайте. О-о-о, вечеринка начинается. Гражданин, пойдемте со мной. Я иду за вами. Федор, я вас проведу. Безусловно. Это почетный гость. Благодарю. Да, он... Вот да, я понимаю. Вот, другой разговор. Благодарю, ребята, благодарю. Мы вас не просим, в вашем распоряжении каждый клуб. Спасибо большое. У вас нет мангалов, у меня на них аллергия. Федор. Да, я слушаю. А может быть, Сергей. Вам требуется
Да, может вам за дополнительную плату требуется личный охранник? Как вы смотрите? Личный охранник? О, хорошо смотрю на это. Сколько стоит личный охранник? А, ну, смотрите, плата охраннику 10 тысяч. Мне Владимир не очень нравится. Я можно все? Мне очень нравится. Не, мне очень нравится, который был на входе, который очень-очень грубый. Мне кажется, он хороший охранник. Можно его, пожалуйста? Так. Понимаете, просто тут у нас зависит ценовая политика. То есть, я 20 тысяч дам за него. Так, понимаете, здесь не только... Я сейчас попробую... 30 тысяч за него дам. Так, да. понял. Интересно. Так, Владимир, будьте добры, позовите Валерия, который стоит у ворот, и пригласите его, пожалуйста, это, к нам. Это он выгонял меня? Я просто хочу уточнить. Так, давайте проверим. Это вот этот молодой человек? Валерий, можете сказать что-нибудь? Да. Это Валерий. Валерий меня устраивает. Так, Федор, наш охранник готов, согласен, поэтому можно отлично будет передать деньги. Сейчас я оплачу, Сергей. Все, я все получил, все, спасибо, все, хорошего вечера, прекрасно. Всего доброго. И вам, и вам. Федор, вы не обижаетесь, когда вас свин называют? Нет, это истинное обличие, как бы. Я продюсер, я привык. Не могли бы вы показать, где сливки общества здесь находятся? Будем ходить пафосно и медленно. Я надеюсь, вы не против? Да, конечно, все что угодно. Великолепно. Я спрашивал уже, но поинтересуюсь заново. В шоу-бизнес нет желания попасть? Нету? Очень жаль. У меня большие связи. И хвост не маленький, кстати. Но яиц нет, поэтому я как бы, ну, безопасен, если ты думаешь там о чем-то, то... Давайте что-то выпить. Ребята, я бы хотел маргариту, если можно. Слышь? Маргарита? Короче, смотри, да. Я знаю, вот в синем с этим... А, прям, у меня просто, я вижу только ваши гениталии, я не слишком высоко... Да, вот, так гораздо лучше. О, да, сейчас погоди, подожди. О, ёб твою, блядь, я прошу прощения, не могли бы меня поднять? Есть некоторые проблемы у меня с... Ох ты, ёпта, блядь. Надо развернуться бы как-то, но не получается, места мало. Бля, а где тут выход? Там есть выход, не? Добрый вечер. Воу. Здравствуйте. Что за цыпа, ребята? Как... Девушка, в шоу-бизнес не желаете? Хочу, кто это говорит? Вы, не, все, я пошел дальше, все. Я певица вообще-то, я певица. Не, все. Федор, покупаться не желаешь, девочка? Уже желаю, после витаминки хочется искупаться. Но я не уверен, что я могу преодолеть это препятствие, я сегодня не в форме. Я вас верю. А вот я что-то не очень. Попробую преодолеть препятствие и глянем. Давайте с разгончика попробуем. О, бля, шикарно. Ёб вашу мать! Охуенно поплавал, бля! Друзья, важная инфа. Разрабы подогнали мне крутые тачки, я хочу некоторые из них разыграть. А, значит, первое, второе, третье место BMW M5. Первое место, второе место Land Cruiser. Третье место Nissan Skyline. Очень дорогие, на самом деле, ништяки, ну, в сервере реально. И условия простые. Ввести промокод Johan, который я оставлю в описании, достичь первыми 10 уровня, как бы как критерий того, что будет розыгрыш честным. И разыграю я все это дело, наверное, через неделю, а может быть через две, не знаю. Короче, в любом случае, инфа будет, я скажу об этом в ролике. Всем удачи. Я после ролика, вот ты досмотрел уже его, да, заходи на сервак. На самом деле я буду сейчас там играть. Может быть, увидимся. Если увидимся, может дать не в ебасосину. Типа я разрешаю. Но если много людей меня увидит, то в принципе я бы не хотел, наверное, сегодня без зубов уйду. Ладно, на этом сегодня все. Я сначала пойду пожру, а потом буду катать. Все, пацаны, давайте. Надеюсь, вам понравилось. Че б такого сказать, еще не знаю, тупорылого. Looking this. Все, короче.